Приветствую, дамы и господа. Надеюсь, у вас все хорошо, и вы все живы и здоровы в это неспокойное время. Давайте посмотрим, как на криптовалюту и на тот же биткоин будет влиять события, которые происходят на Ближнем Востоке. То есть противостояние Хамас-Израиль. Как это будет влиять на криптовалюту? Вообще посмотрим там, что будет. Гадаю на израильских картах. Оракул царя Соломона. Да вы знаете, ничего не будет такого плохого. Все карты позитивные. Я не скажу, что... Да, мир соглашается. Я не скажу, что... Здесь вот эта карта, это распределение финансов каких-то будет. Переезд к каким-то новым берегам, распределение финансов. Все будут замиранием ждать известий. Видите, будут все известия ждать, когда манна небесная просыпется. Так неплохо. Так неплохо. Но здесь какие-то сокрытые данные. Ну, неплохо. Значит, остаемся. Позициях. Смотрим биткоин в следующей неделе. Потому что обвал был конкретный. Здесь уже предугадать. Вообще сложно что-либо. Ну, что-либо это логически предугадать. Ну, во всяком случае, на той неделе карта бланка показала нам поведение биткоина как. Вот эта вот карта бланка была банкрот. Да, биткоин, конечно, откатился немного. Вниз. Следующей неделе. Так, неплохо. Здесь неплохо. Это будет у нас паж пентаклей. То есть хорошее известие, распределение, способ распределения. Ослепленный плутос. То есть, видите... Какой-то способ распределения будет. Ну, сама по себе карта пентакривая, рог изобилия, то есть ему насыпают. Он не видит, что ему насыпают. Так, неплохо. Далее смотрим. Смотрим три карты. Биткоин. Хорошая карта. Это императрица сама. Надежда, звезда. И какой-то уход к другим берегам. То есть человек все бросает и уходит. Что у нас по звезде? Одна только вот эта вот негативная карта. Это, возможно, в конце недели или что-то еще будет. Что у нас по звезде? Маг. Манипулирование. По императрице. Тайна. Представляете? А что по тайнам у нас будет? Одни старшие арканы. Правосудие, юстиция, закон, порядок. По юстиции, дьявол. В конце недели надо будет очень быть аккуратным, потому как все это хозяйство может обвалиться. Давайте их прикроем вот так вот этих вот. Угу. Да. Вот такая вот клиническая картина. То есть уход. Видите, как расшифровка идет. Императрица. Будут тайные какие-то законы, но все эти законы по дьяволам, а по звезде, по надеждам. Будет маг манипулирован. Давайте скроем мага. Ну, хороший потенциал. Все, останавливаемся. Дальше не будем ничего вскрывать, потому что ситуация достаточно напряженная. По надеждам неплохое будет по магу. По магу будут деньги, будут деньги. А по императрице, видите, какую. То есть будет управлять вот этим всем, то есть рядом. Здесь две такие столбовые карты между двух столбов. Вот. И непосредственно дьявол. Так. Давайте спросим карт у другой колоды. Будет ли восходящий тренд? Будет ли, развернется ли биткоин? Будет ли восходящий тренд у него на следующей неделе? Разочарование. Король. Паш. Ну, какие-то все карты идут мелкие.
Сразу две ночевые. Башня нет. Нет, башня. Разбитое сердце. Похоже, что нет. Монеты. Опять мечи в коконе. Победитель. Угу. Видите, как долго идет. Нет. Четко нет. Не развернется он на восходящий тренд. Не развернется. Разворота не будет. Ну, по этим двум картам, то здесь конкретно башня с дьяволом. То есть это очень великие разрушения. Ну, не сами понимаете, здесь негатив. Ну, условно негатив. Очень много мечевых карт. Очень много мечей. То есть все будет очень так обострено. Но там в то же время какие-то проблески надежды. Биткоина будет. Всех благ, удачи, профита. Желаю вам всего доброго, чистого, светлого, мирного неба и здоровья. И получения своей прибыли.